Владимир Ильич. Не беспокойтесь, Надежда Константиновна. Не беспокойтесь. Фролов приехал по коммерческим надобностям из Торжка. Фролов. Мое предложение 9 вопросов снять и оставить один о вооруженном восстании. Кто хочет биться за свободу, пусть идет в наши боевые отряды. И пусть советы рабочих депутатов. Это великое открытие русского пролетариата станут зародышем новой власти. Станут органом вооруженного восстания. Революция – удел сильных. Раз начав, надо идти до конца. С восстанием играть нельзя. Но нельзя и играть в восстание. Царизм силен. Нельзя повторять 9 января. У нас есть другое средство борьбы. Какое средство? Великая, могучая сила, которая... Какое средство? Скрестить пролетариату руки и грозно сказать правительству прочь. В такой момент... Если в такой момент представитель меньшевиков призывает рабочих скрестить руки, то с таким представителем нам не о чем разговаривать. Движение уже привело к необходимости вооруженного восстания. Во главе всех трудящихся и эксплуатируемых за свободу, за социализм. Товарищ Фролов, у нас на штамповочном все как один. И я скажу, товарищ Фролов. Обожди, значит так, товарищ Фролов. Организовали мы боевую дружину. И меньшевики, которые из рабочих, тоже вступили. Очень хорошо. Единство рабочих в борьбе – это сила, о которую разобьются все происки самодержавия. Владимир Ильич. Владимир Ильич, охранники дома ждут вас. Охранники ждут. Ну-ну, пусть ждут. И главное, товарищи, слить в один поток движения рабочие, крестьянское, военное. Будет это слияние, будет победа. Рушая Москве. Отправлено в ящиках с надписью «Осторожно, стекло». Тут станции назначения, накладные, парол, явки. Все Московскому комитету. Ну, попутного ветра. Любани, пересядешь на пассажирский.